Казахстан завезли зараженный картофель. Инцидент произошел в Западно-Казахстанской области. Госинспекторы по карантину растений выявили 20 тонн российского картофеля, зараженного золотистой нематодой. В Минсельхозе отметили, что эта болезнь может привести к потере до 80% урожая картофеля, заражая и почву. Земля, она способна сохраняться до 10 лет, значительно сокращая посевные площади, пригодные для выращивания картофеля. Экспертиза подтвердила заражение, после чего вся партия была возвращена на территорию России. При въезде на территорию республики был проведен досмотр транспортного средства из Нижегородской области. На территорию ЗКО направлялась партия картофеля весом в 20 тонн. При первичном досмотре был выявлен факт заражения вредоносным паразитом. В соответствии с законодательством РК и Евразийского экономического союза партия зараженного товара была возвращена на место отправки.